Сегодня мы покажем вам, как собирается велосипед Fortrike. Набор состоит из следующих элементов. Рама с колесиками, рулем и металлическим креплением. Седло с педалями. Дополнительная трубка для седла. Отвертка. Начнем с монтажа седла. Трубку для велосипедного седла вставляем в отверстие в раме до щелчка. Теперь нажимаем кнопки с обеих сторон рамы в это месте и раскладываем ее следующим образом, пока она не зафиксируется. Колеса установлены в положении 2. Не забывайте, что мы используем его только при раскладывании и складывании велосипеда. Его нельзя использовать для езды. Затем нажимаем кнопки по бокам руля и поднимаем его до фиксации положения. Чтобы Fortrike стал трехколесными ходунками-каталкой, одновременно нажимаем верхнюю и нижнюю кнопки на раме и максимально ее раздвигаем. Затем, нажав на эту кнопку, устанавливаем колеса в положении 3. Готово! При желании Fortrike может быть беговелом. Начнем с колес. Нажимаем эту кнопку и устанавливаем колеса в положении 1. Затем, используя верхнюю и нижнюю кнопки, складываем заднюю ось, пока колеса не соединятся. Теперь вынимаем металлическое крепление из-под рамы и вставляем его в отверстие на задней оси. Беговел готов. Когда малыш уже умеет крутить педали, превращаем Fortrike в трехколесный велосипед с педалями. Сначала демонтируем крепление, вынимаем его из отверстий и прячем под раму. Теперь нажимаем кнопки на раме и максимально раздвигаем заднюю ось. Затем, нажимая кнопки на задних колесах, возвращаем их в положение 3. Используя кнопки под седлом, вынимаем педали. Чтобы правильно установить их на колесе, следует зафиксировать их в положении 2. Помня об этом, придерживаем блокаду и вставляем педали с обеих сторон от переднего колеса. Окей, Fortrike версии трехколесного велосипеда готов. Седло можем установить в желаемое положение, используя эту кнопку. Достаточно ее нажать и переместить седло на нужную высоту. Когда малыш вырастет, мы сможем дополнительно его поднять с помощью трубки, идущей в комплекте. Для этого нажмем кнопку, снимем седло и отверткой открутим зажимной винт. Теперь вытягиваем трубку. На ее место вставляем более длинную. Закручиваем винт и надеваем седло. Fortrike отрегулирован под более высокого ребенка. Дополнительным преимуществом велосипеда является то, что он легко складывается до компактных размеров. Начнем со снятия педалей. Нажимаем эту кнопку, вынимаем их из переднего колеса и прячем обратно под седло до щелчка. Теперь нажимаем эти кнопки с обеих сторон руля и складываем его. Затем, нажимая кнопки на задних колесах, выбираем положение 2. Используя кнопки на раме, соединяем задние колеса. Наконец, нажимаем кнопки по бокам рамы и складываем велосипед. Готово! Fortrike сложен. Kindercraft. Easy with kids.